Привет, меня зовут Алёша. И вы на канале Игротека. Сегодня у нас будет две мега-битвы. Первая будет битва между Ксена Экскалибуром и Сторм Сприган. Второй волчок будет, так? Да. Вторая битва будет между Виктори Валкири и Лос Лонгинус? Да. Выбирай. Точнее, ты себе уже выбрал, я понял тебя. Самых крутых и самых больших, да? Самых мощных. Самых мощных. А вот это мы сейчас и узнаем. Давай, готовься. Готов уже? Да. Играем до 7 очков, да, чтобы побольше было боев. 3, 2, 1, сюда! Ой! Атакуй! Твой где-то гоняет по краю. Атакуй ты! Нет, не подходи ко мне! Ну как так? Вроде небольшая скорость была, а ты меня разбил. 2-0. Ты меня почти разбил. Да? Ну давай сейчас посмотрим дальше, что будет. 2-0. Пока выигрываешь. Помочь собрать. В смысле, что такое? Тяжело собирать. Почему? Такой крепкий. Держи. Я готов. 3, 2, 1. Вау! Улетел. Вот это я запустил. Давай, перезапуск. Я как-то запустил, он у меня аж по верху стадиона куда-то уехал. Укатился, да? И вообще... Ладно, 2-0. Давай, готов? Вставляй. 3, 2, 1, вперед! Атакуй! Экскалибур. Мой по центру. Опа! Все разлетелись. Ой. Ничья! А ты думал, ты выиграл, да? Да. Нет. 2-0, как было, так и остается. Собираем. Я готов. Давай. 3, 2, 1. Опа! Вот так-то. 2-2. Ура! И крутится такой спокойно. Я сейчас тебя взорву. Ну, посмотрим, как ты меня сейчас взорвешь. 2-2. Или остановлю очень хорошо, или взорву. Посмотрим, он посмотрим. Он взрывает хорошо. Да я понял, что он взрывает хорошо. Так, 2-2. Давай, 3, 2, 1. Атакуй, Экскалибур. Нет, не подходи ко мне. 4-2. Он правда взрывает круто, да? И хорошо. Прям так на небольшой скорости подкрался ко мне, как бух, и все, он разлетелся мой. 4-2. Так, 3, 2, 1, вперед! А это что было? По-моему, 6-2. Нет! Твой разлетелся. Мой разлетелся в воздухе, давай-ка перезапустим. 4-2. Остается пока счет. Сейчас бы я тебя взорву. Я готов. Вставляй. 3, 2, 1, вперед! Опа! Взорви! Нет. Ты смотри, они оба сильные. Ты как думаешь? Но все равно мы сильнее. 4-2. Че, ты думаешь, я хотел твой диск центральный забрать себе? Да я со своим справлюсь. Давай. 4-2 счет. 3, 2, 1. Это я снова так запустил? Или как? Что случилось? По-моему, я тебя взорвал. Нет, мне кажется, я снова запустил плохо. Я так хочу выиграть, что очень сильно запускаю, что он у меня в воздухе, по-моему, разлетается. Ты проигрываешь, да? Ну, чуть нет, давай 4-2. Давай, 3, 2, 1, вперед! Атакуй! Не подходи ко мне! Так, сейчас, по-моему, просто... 4, 5, 2, да? 5, сейчас 2. Он просто дольше крутился. 5-2. Чуть-чуть так, помощнее бил. Так, тебе осталось 2 очка до победы, да? 3, 2, 1, все. Вау, снова есть. Начинает твой гонять по кругу. Они примерно одинаковые по силе, мне так кажется.
И до битвы следующей не дойдем, по-моему. Ты думаешь? Ой, опять снова твою часть забрал. Дойдем. Так. Ну что, давай. 3, 2, 1, вперед. Ну. Так. Бей. По-моему, сейчас я буду дольше крутиться. 5, 3. Плохо мой бил. Плохо бил, да. 5, 3. И еще. Слабо. 5, 3, давай. 3, 2, 1, вперед. Ну, кто кого? Экскалибур, давай! Какой счет-то? 5-3? 7-3 ты меня выиграл, что ли? Да! Экскалибур мощнее! Ладно, победителем объявляем Ксена Экскалибур! Супер, волчок! Так? Очень мощный! Очень мощный, ладно! Просто надо мне тренироваться с этим волчком. Ты уже следующего зарядил? Ну, сейчас посмотрим, кто из этих победит двух. Следующие – Виктори Валкери и Лост Лонгинус. 3, 2, 1, вперед! Твой на старте, давай прыгать, да? Это твой, по-моему, синий. Нет, мне кажется, твой начал прыгать. Ну, ладно. Так, кто? Ну, что такое? Твой волчок слабенький. 1-0, почему это он слабенький? Он сколько раз выигрывал? Ты что? Давай. Просто твой крутится в левую сторону. 3, 2, 1, вперед. Вау. Ну, вот твой как начал гонять. Сейчас он догоняется и остановится, мне кажется. Или мой остановится. Твой. Ну. Выдержи его там. 2-0, как это так? Мощно атакует. Да, он не очень мощно атакует. Просто как-то мой, может быть, плохо как-то закручивается. Давай, 3, 2, 1, вперед! 2-0, да? Мне нужно один раз тебя разбить, чтобы сравнять счет. Ну, по-моему, в этом раунде я тебя не разобью. 3-0. Ну, как это так? Почему ты меня выигрываешь? 3-0, давай, дальше. Еще бы мне 5 очков. Я готов. 3, 2, 1. Ого-го. Круто улетел. Круто улетел. И он крутится, продолжает. 3-0. Мы переиграем этот раунд, да? Да. Давай. Мощно твой. Очень мощно запустился, что даже он, по-моему. А он хоть попал сюда-то, нет? Или он сразу улетел? Сразу улетел, по-моему. Давай. 3-0. Мне надо тебя один раз разбить и один раз, чтобы ты позже остановился, чтобы догнать. Давай, 3-0. 3, 2, 1, вперед! Так, ну и что? Мой, по-моему, атаковать совсем не планирует. Он встал в центре и сейчас, по-моему, будет крутиться и остановится, да? Угу. Стой, мой счет. Да, 3-0 было. 4-0, я проигрываю. Это что ж за волчок-то у тебя такой крутой, а? Он тяжелее, мне кажется. 4-0. Давай. Он тяжелее, у него инерция больше, он дольше крутится. И в другую сторону еще. 3, 2, 1, вперед! Опа! Молодец! Это он, по-моему, сам так. Нет, очень красиво я тебе сейчас скинул. Нет, он твой вот тут крутился. Держи. 4-1. Ну, по крайней мере, ладно. Хотя бы так. 4-1, давай. 3, 2, 1, вперед! Давай-ка перезапустим. Я даже не могу понять, что случилось. Мой первый взорвался, но... Ну и твой. Давай. Улетел, это не считается. Хорошо, 4-1. Потому счет. Что твой сам улетел, и мой как-то очень. Ладно. Мощно запустил. Счет 4-1, давай. 3, 2, 1. Ох ты, как ты меня сбросил. Круто. 5-1. Два очка осталось. Осталось 2 очка тебе, да, и ты меня выиграешь.
Вторую битву. 5-1. Ну, волчок, не подведи. 5-1, 3, 2, 1. Опа. Да что ты будешь делать? Он как магнитом притягивается. И бьет хорошо. И бьет хорошо, да. Мой не может выстоять против твоего, да? 6-1. А ночь. Я думаю, я проиграю, да. То есть, вот этот волчок Виктории Валькирии против твоего. Так, 6-1, 3, 2, 1. Я думаю, опа! 100. 6, 3. Ура, ура. Молодец, волчок. Держи. Не 6-3. Почему не 6-3? 6-3. Молодец. Может быть, еще не все потеряно. Так, что там у тебя? Нехорошо прицепляется. Держи, все хорошо. 6-3. Давай. 3, 2, 1. Перезапуск. Не считается. Перезапуск. Давай дальше. Держи. Так. 6-3. Давай. 3, 2, 1. Бей. Ну, хороший волчок. Не надо меня так сильно бить. Я же уже начал надеяться, что я выиграю. 6-3, 7-3. Все, я проиграл. Ладно, победитель Lost Longinus. Крутой, ага. Вот эти оба победили. Два волчка, два. Ты меня сегодня два раза выиграл. Крутыми волчками. Ну, классная битва были. Прикольно? Прикольная битва была. Всем пока. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте много-много лайков. Оставляйте комментарии. Пока. Пока.